Российский народ нищий и оглупленный, но он не Владимир Путин. Не жестко? Нет, не жестко. Владимир Путин, еще раз, да, человек, нанятый людьми, которые платят налоги. Все, как бы, я летела летом в Тбилиси, чтобы, да, это, ну, да, да, к сожалению, так, не, ну, то, что нищий, да, нищий это, ну, если ты же тоже много ездишь, и мы тоже много ездили. Я точно теперь понимаю, что ты живешь в Москве. Хороший русский.